Из 4 ДТП, которые произошли на прошлой неделе, только в одном пострадал человек. Виновником аварии на перекрестке улиц Герцена и Гоголя стал водитель автомобиля «Форд Куга». 60-летний саровчанин ехал по второстепенной дороге и не предоставил права проезда машине «Датсун Ондо», которая двигалась по главной. В результате ДТП водитель автомашины «Датсун Ондо» получил телесные повреждения в виде открытой раны лба, небольшая царапина с ушибом. Значит, скорая выехала, оказала помощь на месте ДТП. В аварии на перекрестке Московская и Курчатова обошлось без раненых, хотя столкновение, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, было достаточно сильным. От удара автомобили разлетелись, как шары на бильярдном столе. Авария произошла в ночь с 23 на 24 февраля. Как пояснил водитель Mitsubishi Lancer, который стал виновником ДТП, его ввел в заблуждение мигающий желтый сигнал светофора. Мужчина почему-то ждал, что потом загорится зеленый. Выехав на перекресток, он столкнулся с машиной Kia, которая двигалась по улице Московской со стороны Ледового дворца. Kia от удара отлетает на встречную полосу и совершает еще столкновение с автомашиной Ford, которая двигалась по улице Московской со стороны улицы Березовой. Трагические последствия пьяной езды за городом сотрудникам удалось предотвратить. Горожане сообщили в дежурную часть о том, что в садоводческом обществе «Союз» мужчина гоняет на квадроцикле. На место выехал наряд. Нарушитель решил скрыться. После того, как техника застряла во овраге, он пустился бежать, но был задержан. Прав на управление квадроциклом у него не было. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.